Уважаемые соотечественники, меня зовут Николай Цепович, я вице-председатель нашей партии, друг и соратник Рината Усатова, молодого и яркого оппозиционного политика. Как и многие из вас, он вынужден жить и работать в России. Молдавские власти возбудили против него десятки политических дел, угрожают и преследуют. Многие из вас меня хорошо знают, да я не понаслышке знаком со всеми проблемами, которые появляются у людей, работающих за границей. На протяжении 15 лет, еще будучи проводником поезда Кишинев-Москва, я постоянно сотрудничал с молдавскими диаспорами и старался помочь каждому гражданину Молдовы, в какой бы сложной ситуации он ни оказался. Каждый из нас хорошо понимает, что у нас есть шанс изменить положение дел на родине, в которую хочется вернуться и из которой не нужно будет уезжать в поисках лучшей жизни. Я иду в депутаты от 49-го избирательного округа, образованного к востоку от Молдовы, и буду представлять в парламенте всю молдавскую диаспору России и других государств. Это десятки тысяч наших сограждан, которым пришлось покинуть Молдову и искать работу вдали от дома. Я верю, что вместе мы победим, и Молдова будет свободной.